Таємниця зниклих сміттєбаків розкрита. Хазяйновиті дніпряни знайшли в них зручні діжки для засолу огірків та капусти. Старовинні рецепти у новій тарі. Чому б і ні? К сожалению, это не фейк. К сожалению, это не фейк. Это произошло на улице Минусинской. В КП «Ура» у меня есть люди, которые ездят в районы, фотографируют, смотрят, кто, где, как убирает снег и так далее. То есть увидели факт. Контейнеры грузят машины. Вначале они начали говорить о том, что мы везем, нас попросили перевезти. Кто попросил перевезти? А вот фирма, которая вывозит, они попросили отвезти в другое место. Фирма никакая не перевозила. Потом появилась другая версия, их попросила квартальная. Квартальная, понятно, никто никого не слышал, квартальную найти мы не смогли. Но в процессе мы узнали, кому принадлежит машина, узнали, где они проживают. Приехали, посмотрели, во дворе, там прямо через забор было видно, во дворе стоит точно такой же контейнер. Вот, в принципе, вся история. И они в нем что делают? Они в нем ничего не делали, то есть они пояснили, что они его взяли для того, чтобы там замачивать, засаливать капусту. Одне только «але». Купуйте сміттєбаки за свої гроші і соліть в них що завгодно. Інакше це чиста крадіжка. З моменту того, як нами було закуплено із 8 тисяч контейнерів, разукомплектовано. Тобто там були украдені колеса, повреждені, оторвані кришки, либо повністю сажені контейнера, це кількість 850 єдиниць. Це, в общем, контейнера, яким був нанесений ущерб. За 7 місяців 2018 року. За аналогічний період 2017 года за такой же промежуток времени было украдено 400 металлических контейнеров.